Всем привет, я только проснулась недавно, 9:30 сейчас у нас осталось, через мясорубку пропустить еще там кое-что из мяса, которое вчера варили там на какие-то, я не знаю тоже для чего, но короче вчера варили целую большую фигню такую этой почки, печенка там, ну короче все вот эти субпродукты, вот и все, перекрутить вот это вот, попить кофейку. В 4 я поеду. Походу у нас, конечно, капец. Вчера снега навалило. Сегодня чуть подтаяло и так припорошило чисто на улице. Но ветер такой был шалёный, что капец. Мы легли где-то в час. Вот, а работали где-то до 11:30. Вот, короче, целый день на это все ушло мясо. Я уже свое тут не разбирала. Ну его нафиг. Дома буду разбирать. Все, идти мордашку мыть. И за работу. Столовая. Кушают котятки. Уже скоро ехать, блин. Капец. Через 40 минут выходить. Все вынесла. Ой, блин. Тяжелая капец. Киса. Кс-кс-кс. Ты что там сидишь, красавчик? Красавчик. Бутузики где-то бегают. Ой, злой, злой, знаю, все. Я уже вчера все поняла, что ты злой. Ага, ага. Гав-гав. Да, зашла маршрутка через 15 минут. Ага, злой, злой. О, Полина тут обычно бегает. Дубак. Грудно солнце светит, сказал. Наверное, нет. Не, наверное, пойди, а папиросы мучить. Так он взял мешок и этот. Просите, пойди. Сейчас. Закрывать дом? Да. Да, закрывайте. Закрывайте, закрывайте. Я найди, что открывать брамку нашу. Какую? Тую. О, брамка. 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 Слово, блин. Все, брамка Настя. Сейчас, подождите, я поставлю. Ну, я уже в Гродно, Денис в развалочку, блин, медленно идет, ё-моё. Как обычно. Да, теперь я буду крутая. В таком этом... Как эта фигня называется? Короче, накидка. Буду гипс месить в нем. Что? Чё там? Руня, чё там? Мясо там, да? Мясо. Сейчас я буду разгребать. Как интересно, скажи, я фарса ты. Сколько мяса, скажи, да? Тебе ничего. Тебе нифига. Все, разбираем. Мы шашлык замариновали. Будешь шашлык на днях? Короче, все запихнули в морозилку, поубирали и шашлык забацали. Смотри, что тебе тут, короче, передали. Ну, мандарины, понятно. Соки. Сейчас открою. Так, короче, вот такие мармеладки. О, мои мармеладки любимые. Какие-то такие вот штучки. Типа желешки в коробочке. Какие-то мишки. Какие-то вот такие конфеты, как глобус. Еще одна. Только ты не за раз по одной будешь есть. И вот такие вот какие-то типа ручки вроде бы пишут карандаши эти. Ну, тут еще шоколадка большая и мандарины. Не, ну так ты все бери, но этот будешь есть по очереди. Бери все. Соки пусть стоят здесь, вон, а эти бери и ешь по очереди. Вот не это. Знаю, что это такое, но что-то прикольно. Это конфета. Откуда ты знаешь, что это конфета? Я это ни разу не покупала. Конфета. Ну и мандарин потом возьмешь, я сейчас с пакета выложу. Все, на полку, короче, тащи и подшуть будешь. Ну это отложить пока. Ну отложу тогда. Хе-хе-хе.
Это во, это этот играет, вон сидит. Что они вон делают? Ого. Оперная певица. Я уже села за работу. Вот, написала список, что надо отлить, что нету. Вот, руки просыхают. Эти три готовы, а одну на обогреватель положила, чтобы, ну, как бы уже не сырая была. И уже когда покрашу именно белый вариант, с остальными-то пофиг, там только лаком покрыть. Буду варить аромасаше, еще эти буклетики надо напечатать. Пошел за мороженым в магазин, а я тут сижу, доедаю свой этот попкорн. Ну, что вкусно. Пошел на улицу, побегал. Так, значит, купил кофе. Моржа. У Полины такое же, только в стаканчике. Хлеб. Я, блин, и про него даже забыла, что нам хлеб нужен. И три штуки, три в одном взял. Вот, а я тут вот чем занимаюсь. Надо будет еще сейчас мойку залить моющим средством, чтобы отбелить. Видно, уже эмаль там подстерлась, потому что часто что-то жирнится уже. Ой, жирнится, говорю, желтится. Да? И ты мяско кушал, да? Кушал мяско. Вот в итоге, что пока для магазина готово. Две ладошки и вот эти вот сердечки. Они там заказали разнообразные, поэтому разнообразные. Еще голубенькую надо будет доделать. Короче, две ладони под лак сделаны, ну, две руки. Ладошечки две, ну и вот это, офигеть, блин, короче, на всю ночь, наверное, блин. Но то, что под лак, оно просто. А уже вот эти вот вазы и вот это вот все, что на столе, вот это вот, блин, в белый сейчас надо красить. Одни руки, конечно, какие-то, блин, неудачные, мне не понравились, как тут камешки эти легли. И ножки уже делаю под вот эти вот руки, вот такими вот. Ну, не такими, как я этот круг делила на 4, а такие маленькие ножички. В итоге оно более классно смотрится. И еще дофига что делать. Пипец. Сейчас я, короче, сяду вазы эти покрашу.